клубе. По-моему, в аннотации был заявлен Рубен Акоста как ведущий сегодняшнего вебинара, но вот по обстоятельствам здоровья не смог сегодня присутствовать. Проведу его я, Юрий Соболев. Я являюсь директором принимающей компании на клубе, хорошо знаю и люблю эту страну, поэтому думаю, что все мне получится рассказать о тех тенденциях, о тех новинках, о тех правилах, которые сейчас действуют на клубе по приему туристов. И, конечно же, буду отвечать на все ваши разнообразные вопросы. Единственная просьба – писать вопросы не в чат, а в рубрику «Вопросы», для того, чтобы ничто не потерялось, ничто не ушло во время нашего эфира, и я бы смог потом детально на каждый вопрос ответить, либо устно, либо уже письменно, если это займет большое количество времени. Итак, сегодня мы будем говорить с вами о Кубе, и, в принципе, акцент мы сделаем на отеле, на цепочку Blue Diamonds. Но начнем с самого начала. Я так понимаю, что Куба сейчас является трендовым направлением, потому что она вошла в этот шорт-лист разрешенных стран и направлений, по которым могут путешествовать туристы из России. Вот, и рейс туда был с ноября месяца на Кайо-Коко, вот этот вот такой уникальный небольшой островок с небольшим количеством отелей, но с идиллическими пляжами. И поэтому можно сказать, что Куба не новинка этого сезона, то есть всю зиму туда можно было долететь и отдохнуть. Но наращивает обороты и потенциал эта страна, и вот буквально с прошлой недели стали на крыло самолеты, которые летят на второй по популярности. Он первый, конечно, раскрученный в мире, но второй по популярности, можно сказать, после Кайо-Коко сейчас будет курорт, это курорт Варадеро. И про то, как прилетели первые самолеты, какие протоколы санитарные сейчас действуют на этом курорте, я тоже вам сегодня расскажу. Причем хочу отметить, что Варадеро заявила сейчас вот 7 рейсов в неделю, и вот буквально только что пришло сообщение из Аэрофлота, что Аэрофлот тоже планирует поставить еще дополнительно 3 рейса на этот курорт с июня, то есть можно себе представить, какое количество самолетов никогда не было на этом курорте. Вот. И летний отдых, я думаю, что у многих туристов будет связан с Кубой. И мне это вдвойне приятно, потому что я думаю, что Куба не разочарует никого из туристов именно тем природой, теми пляжами, тем морем, теми объектами, которыми она обладает. И поэтому давайте про них поговорим и начнем с самого начала, то есть начнем о том, что Куба является самой безопасной страной Латинской Америки, это правда. Дело в том, что на Кубе никогда нельзя представить себе какие-нибудь нападения на туристов, либо же какие-то требования к туристам в виде там отдать свой кошелек с ножом либо мачете. Это все на Кубе элиминировано, поэтому действительно, выбирая эту страну, туристу можно гарантировать спокойное пребывание там. Всегда, правда, мы рекомендуем туристам смотреть за своими вещами, потому что если там что-то оставить где-то в баре, пойти потанцевать, бывали случаи, что по возвращении туристы не находили там свои телефоны, либо свои портмоне, поэтому, конечно, своими вещами, особенно вне отеля, за пределами отеля, следить нужно. Но так, Куба очень радушна, гостеприимна. Я думаю, что это не секрет, очень популярное клише, которое сложилось на Кубе, оно оправдывает себя, о том, что кубинцы очень жизнерадостные люди, товарищи, конечно, до сих пор используют это слово. Это действительно нация, которая умеет располагать к отдыху, знает толк в отдыхе, умеет создать атмосферу праздника и веселья. И как раз-таки, чтобы не было никаких еще эксцессов, связанных с криминалом, кубинские службы, кубинские внутренние милиция, полиция, то есть они смотрят за состоянием спокойствия, для того, чтобы туристы не чувствовали себя безопасно и комфортно. Но сейчас, как вы знаете, в прошлом году безопасность туристов определяется не столько криминалом, сколько ковидом, потому что сейчас при выборе направления туристы в первую очередь интересуют, а как эпидемиологическая ситуация на Кубе. И вот то, что произошло буквально там на 2 недели назад, о том, что по ковидным причинам закрыли несколько очень популярных направлений из Москвы, то есть можно сказать с уверенностью, что на Кубе никаких всплесков по ковиду не ожидается, и по этой причине рейсы отменяться туда не будут. Кроме того, Куба в хороших отношениях с Российской Федерацией. 25 марта на территории Гаваны произошла 18-я международная конференция между Кубой и Россией, где были как бы согласованы дружеские намерения и развитие взаимоотношений в области и бизнеса, в области сельского хозяйства, но также и туризма. Поэтому, видите, вот эти самолеты, это уже продолжение этих договоренностей, поэтому есть уверенность в том, что все рейсы состоятся, все рейсы будут выполнены, а полетные программы на Кубу, как у национальных перевозчиков, так и туроператоров, в том числе ТУИ, видите, только вырастают и только добавляются
новый турпродукт. Поэтому это направление гарантировано, и я думаю, что никаких эксцессов не случится, тех, которые вот прошли с другими направлениями на прошлой неделе. По ковидной ситуации, несмотря на то, что Куба действительно сейчас испытывает всплеск третьей волны ковида, но кубинская система здравоохранения очень эффективна. Я думаю, что многие слышали про то, что на Кубе самое большое количество врачей на душу населения, это 6 человек, на 6 человек один врач, и даже когда пошли первые карантины и первые запреты на передвижение по городам, потом по стране, в любом случае это было сделано лишь с одной целью – минимизировать распространение ковида по территории острова. Поэтому на сегодняшний день Куба может отчитаться тем, что у нее всего 80 тысяч случаев зарегистрировано ковида, из них, к сожалению, фатальных 400, но по сравнению как бы с другими и латиноамериканскими, а уж тем более европейскими странами и Россией, это очень хорошие показатели. Кроме того, Куба начала не только производство, но и массовую вакцинацию собственной вакцины. То есть медики, которые работают на Кубе, они разработали 4 вида вакцины. Вот зимой и в марте месяце, в апреле проходили их испытания клинические, они дали положительные результаты. Уже с где-то порядка 80 тысяч человек в Гаване провакцинированы, и вот с мая составляются списки муниципалитетов, то есть жителей их, которые, ну, я могу сказать, что кубинцы сами очень хотят привиться, но как бы это идет такая массовая активная вакцинация всей страны. Куба заявила о том, что к августу из 11 миллионов человек они планируют привить 6 миллионов человек, то есть больше 50%, ну и к концу года уже полностью закончить вакцинацию. И кроме того, поскольку не каждая страна может похвастаться изобретением вакцины, Куба будет эту вакцину экспортировать. Поэтому те, кто, может быть, сомневается в отечественных вакцинах, добро пожаловать на Кубу. Уверен, что кубинцы тоже очень предприимчивые товарищи, и поэтому они дадут возможность делать и медицинские туры с вакциной Собирана, например, провакцинироваться, это кубинская вакцина. Изготовляется еще вакцина Абдала, которая будет назальная, то есть не нужно будет делать укол, а можно будет ее другим способом ввести в организм. Поэтому как бы прогнозы по ковиду на Кубе очень хорошие. Но несмотря на это, Куба очень жестко ввела протоколы санитарные по поводу прибывающих на Кубу туристов, ну и даже самих кубинцев. То есть кубинцы до сих пор, прибывающие на Кубу, идут в специальные изоляторы. Что касается туристов, вот там очень много, конечно, было сложностей со стабилизацией вот этих вот санитарных протоколов, потому что, видите, Куба не хочет, чтобы эти туристы как-то могли быть источниками распространения этого вируса, и поэтому на каждом курорте, как и на Кайококу, так и на Варадеро, есть специальный отель. То есть мы его называем как бы ковидный обсерватор, то есть куда люди по прилету, ну, то есть два теста нужно сделать. То есть одним тестом, которым, как традиционно, вылетают туристы, это 72 часа, отрицательный ПЦР-тест, это для того, чтобы зарегистрироваться на рейс, сесть в самолет. Куба эти тесты как бы принимает к рассмотрению, но она по прилету бесплатно каждого туриста, и в том числе детей, делает собственную тестирование, то есть делать собственный ПЦР-тест. Поэтому туристы после прохождения этого ПЦР-теста, паспортного контроля, отправляются в свои отели, но вынуждены будут в течение одного дня до результатов этого теста соблюдать социальную дистанцию в отелях, то есть сейчас уже разрешено выходить из номеров, обязательно ношение масок, для того, чтобы как бы вот можно было в этот период ожидания результатов тоже защитить и окружающих, которые уже отдыхают в отеле, вот, и как бы дать понять о том, что все-таки смотрятся санитарные протоколы, выполняются на Кубе. Поэтому нужно будет ожидать результат этого теста. Если тест отрицательный, можно снимать маску в отеле, можно пользоваться всеми услугами отеля и даже выходить за пределы отеля. Вот если положительный, тогда вот только этот человек будет изолирован в этот ковидный обсерватор на базе отеля. Кстати, Варадеро – это отель Starfish Quattro Palmas, то есть тоже принадлежит цепочке Blue Diamonds. Это очень неплохой отельчик, стоит в центральной части Варадеро. И вот как раз-таки в этом отеле, поскольку рядом очень большая крупная поликлиника Варадеровская, видите, очень можно оперативно выполнять различные медицинские процедуры, и поэтому принято было решение именно обсерватор разместить там. Так вот, в этом отеле с ПЦР-тестом положительным туристы будут ожидать второго теста на пятый день. То есть если тест отрицательный, турист возвращается и продолжает свое пребывание в этом отеле. Говорили о том, что Варадеро будут давать браслеты, вот вновь прибывающие
бывшим туристам для того, чтобы их идентифицировать среди других отдыхающих. Но вот первые рейсы уже показали, которые полетели на Вородеро, что нет, это правило пока не выполняется, то есть браслеты не надевают. И вторая тоже приятная новость уже как бы с полей о том, что вот первые рейсы были чистые, то есть ни одного ПЦР-положительного теста выдано не было. Может быть, это как бы и либо улучшение системы тестирования, либо, видите, уже многие как бы и граждане нашей страны привиты. Но будем надеяться, что так оно и будет проходить. И вот, вот эти, я бы сказал, ну не скандальные, но вот эти сложности, когда возникают с положительными ПЦР-тестами, вы, наверное, тоже видели, что происходило в Фейсбуке, что происходило даже на общественном телевидении в начале зимы, то есть когда туристы жаловались на вот эту изоляцию. Но поймите, как бы все было сделано лишь для того, чтобы этот вирус остановить. Для Кубы это очень важно. Куба, как бы, видите, хочет как бы не дать второй шанс, либо четвертую волну этому вирусу. Поэтому пока правила вот такие. Но до сих пор сохраняется карантин в Гаване, до сих пор сохраняется карантин в Тринидаде. Вот буквально 19 апреля на две недели ввели карантин в провинции Матанзас, это та провинция, где находится курорт Вородеро, которая подразумевает передвижение только до 4 часов вечера. Хотя вот то, что туристы написали, что это передвижение имеется в виду пешим ходом, если же берутся такси, либо вот какая-то из пунктов какой-то нужно переехать, переехать в другой, то разрешение можно получить на такое перемещение. Да. Поэтому пока еще вот прям полностью не сняты все запретительные меры, оградительные меры, они, конечно, думаю, что будут сняты уже при достижении какого-то массового процента вакцинации. И вот мы надеемся, что уже июнь это как раз-таки покажет нам вот такую динамику положительную, и это даст возможность, конечно же, ездить и смотреть города, и природу, и совершать полноценные экскурсии по территории страны, потому что сейчас количество экскурсий действительно очень лимитировано. Вот, я к ним вернусь чуть позже. Что еще на Кубе произошло? Какие изменения, вот только не связанные с ковидом? На Кубе произошло изменение по валюте. Это тоже нужно отмечать для туристов, потому что была всегда эта система купов и куков, то есть было сделано специально такой иностранный песо для тех туристов, которые приезжали на Кубу. На Кубу с 1 января этот кук отменили, поэтому на Кубе сейчас официальная валюта кубинский песо. Он называется куб, либо СУП. Вот этот куб, он сейчас везде в плане валюты, не в плане валюты, местной валюты, и в нем будут выставлены все цены, и в магазинах в том числе, и на экскурсии, например, тоже по прилету, которые туристы будут видеть, они выставлены в местной валюте. Официальный курс сейчас $1.24. Но я рекомендую, конечно же, туристам брать с собой не только валюту, с валютной, если брать, то только доллар. На него сняли вот обязательную комиссию в 10%, то есть доллар сейчас вот меняется по как бы нормальному кубинскому курсу, без каких-либо комиссионных. Вот доллары лучше брать мелкими, потому что на Кубе, к сожалению, очень сложно получить сдачу, тем более в долларах, либо же попросить кого-то разменять крупные купюры, это практически сделать невозможно. Поэтому на Кубу лучше сейчас ехать с долларами, потому что если вы выходите на рынок, либо идете в какой-то ресторан, где, например, цены можно там попросить торговаться, либо что-то еще, к сожалению, кубинец никогда не будет вам давать сдачу. Если турист придет с евро, никакие курсы там пересчета на доллары не будет, то есть $10, нет, то $10, тогда 10 евро, поэтому турист потеряет. Поэтому рекомендуется брать доллары. Доллары сейчас в ходу, то есть это уже перестало быть так запрещенным, скажем так, обменом валютным, то есть могут и кубинцы иметь доллары, то есть и принимают охотно доллары, потому что, как и в нашей стране до сих пор на Кубе, это твердая валюта. Вот, и поэтому как бы доллары там нужны. И второе, то, что просят всегда привозить с собой на Кубу для оплат, это карточки. На Кубе действительно с карточками, они хотели бы все делать карточками, то есть, потому что это удобно, это антиковидно, нет соприкосновения. Вот, но, к сожалению, пока вот в отелях там 4-5 звезд оплаты карточками можно сделать. Надо только обратить внимание, чтобы карточка не была выпущена, эмиссирована американским банком, потому что транзакции контролируются на Кубу. Куба находится в экономической блокаде, санкции только усилены были Трампом, как вы помните, в последние свои дни он даже включил, опять точнее, вернул Кубу в список стран-террористов, и это усилило контроль за перемещением денег на Кубу, поэтому в любом случае
банки должны быть лучше всего российские. Нельзя, чтобы эти банки эмитентами были Соединенные Штаты Америки, карточка может там не сработать. А так, Visa, MasterCard, пожалуйста, можно приезжать, можно оплачивать. За транзакции берется от 1,5 до 3% комиссии, то есть что-то будет взято при оплате. Вот, но очень часто вот то, что по опыту туристы рассказывают и по нашему опыту, это, конечно же, отсутствие иногда коммуникации с банком, то есть пропала связь, либо света нету, либо что-то отломалось в самом картридере, то есть и транзакции не проходят. Это очень частая история на Кубе, поэтому всегда нужно в кармане, там, либо в номере иметь запасной вариант оплаты в виде налички. Вот. Поэтому такие рекомендации. Евро сейчас не в ходу, это уже ушло, можно сказать, с прошлым годом, вот сейчас новые правила. А перелеты прямые, то есть о том, что мы говорили, Туи будет летать и на Кая-Коку, и на Вородеро, то есть на эти два курорта. Можно сказать, что туда, конечно, мы летим там 12-12,5 часов, а обратно лететь чуть быстрее, то есть около 11 часов, потому что при возвращении на родину земной шар успевает вот как бы подкатиться под самолет, и поэтому дорога на родину чуть короче получается у нас. Вот, безвизовый режим на Кубе, то 90 дней пребывания в стране. Вот, время с Москвой сейчас, разница 7 часов, потому что Куба переводит часы, поэтому зимнее время 8 часов, летнее это 7 часов. Вот, кубинские песо, да, ну тут доллары или евро, я подчеркиваю, что лучше всего, конечно, брать доллары. Чаевые на Кубе тоже распространены, то есть особенно в валюте, вот какой-нибудь там доллар там дать, ну, вы знаете, что 2 доллара. Есть такая, конечно, бумажка, но сложно ее где-то увидеть, вот, достать. Но как бы чаевым, конечно, всегда рады кубинцы. Хотя, если кто-то думает, что за чаевые как бы вот сервис побежит, будет больше прислуживаться, там будут протирать ручку, там, либо же там быстрее, которую трогали в баре, в ресторане. То есть как бы это, к сожалению, на Кубе... Ну, иногда срабатывает, иногда не срабатывает. То есть кубинцы, в принципе, сами по себе достаточно в таком ритме своеобразном находятся, в медленном, вот, лучезарно, да, будут улыбаться, будут составлять атмосферу радости и праздника, но, конечно, вот быстро что-то сделать, подсуетиться, помочь, то есть это не характерная черта кубинского менталитета, поэтому они останутся благодарны, будут вас очень благодарить, но, может быть, даже при вот этих вот чаевых, если рассчитывать на молниеносный сервис, я думаю, что ожидания не всегда будут оправданы вот в данном случае, в данной стране. Интернет тоже вторая очень важная история, которая на Кубе всегда была проблематична. Ну, просто вам расскажу, что всего лишь в телефонах буквально 3 года назад, как только разрешили иметь телефон в интернете, в большинстве кубинских домов интернет запрещен, его нету. Вот сейчас только кое-где начинают разрешать, устанавливать. Вообще оптоволокно только на остров дали буквально там 5 лет назад. То есть все было, со спутника брался интернет очень медленный. Поэтому до сих пор, до сегодняшнего дня Куба стоит на пороге улучшения и скорости предоставления услуг интернета. Новинка как бы этого сезона кубинского, то, что в многих отелях интернет стал бесплатным. То есть в прошлом году он был платным. Особенно вот в системах отелей Blue Diamonds, то есть и в Роялтоне, в Grand Memories, в Memories Varadero, в этих отелях интернет стал бесплатным. Правда, он не в номерах, он находится на рецепции отелей, и это характерно не только для этой цепочки, но и для других отелей. Только там буквально в 2-3 отелях, таких более реновированных, новых, то есть есть возможность получать интернет сразу в номере. А так интернет, как они правильно называются, в общественных либо публичных зонах. То есть это зона рецепции, зона бассейна, зона основного ресторана. И поэтому там, конечно, желательно выбирать время, когда вы хотите выйти в интернет, потому что если вечером там 8 часов придут все гости отеля и автоматически подключатся к интернету, используя свои гаджеты, либо компьютеры, либо телефоны, скорость интернета будет крайне медленная. Вот. Ну, а так она достаточно терпима, иногда даже хватает для того, чтобы увидеть видео, звонок сделать, то есть посмотреть что-то. Конечно, выкладывание там вот видео со скрипом, но иногда тоже проходит, если там какие-то фотографии в Инстаграм выложить, это уже такое достижение кубинское. То есть на рецепции будут давать код, пароль,
который вводится в телефон, и потом вы пользуетесь бесплатно. Обычно интернет дается по часам, то есть когда заканчивается какой-то определенный лимит по времени, то есть, например, там 5 часов закончилось у вас, нужно подойти будет на рецепцию и просто туристу, и просто попросить следующую карточку. Вот такая вот система. Но заход в интернет всегда с логином и паролем. Конечно, сохраняется параллельная система, которая вот особенно в отелях там 3-4 звезды, которые принадлежат купинским сеткам отелей, в них нужно будет покупать карточку. Карточка на интернет, как лотерейный билетик, в нем нужно будет отстереть первые две строчки монеткой аккуратно, для того, чтобы цифры там тоже не стерлись вместе с покрытием. И там будет написан логин и пароль по времени, опять-таки, интернет, который по карточкам идет. И вот этот интернет обычно в зонах Wi-Fi. То есть эти зоны располагаются, например, в городах, либо на площадях того же Вородера. Их очень часто можно обнаружить по кубинцам, которые, если присели где-то, их очень большое количество, они сидят в телефоне, что-то там набирают, это говорит о том, что как раз-таки в этом месте находится зона Wi-Fi. И там всегда можно купить карточку либо официально, либо неофициально с рук. Но такой тоже способ. Там достаточно неплохая скорость, и вот обычно, если там какие-то большие файлы нужно отправлять, то есть можно использовать вот именно эту карточку, но покупка этой карточки, если отель не предоставляет бесплатный интернет на рецепции отеля, если где-то в городе, то есть приметить вот этот вот пункт, либо ITEX-а, это пункт телекоммуникационный, который продает эти карточки, либо где сидят люди, выходят в интернет, там всегда можно что-то найти. Кроме того, интернет, как я уже сказал, появился в телефонах, но купить кубинскую сим-карту крайне сложно. Во-первых, это нужно стоять очередь. Во-вторых, она стоит, по-моему, $30 в настоящий день. Ну, в эквиваленте $30, 10 идет на счет. То есть, как бы, и кроме того, эти деньги списываются моментально. Интернет в телефоне по мегабайтам у кубинцев, по трафику. Он просто колоссальных денег стоит, потому что все-таки на Кубе и до сих пор и связь, и телефония, они стоят больших сумм, и поэтому улетают моментально все деньги, то есть это не стоит овчинка выделки, вот покупать сим-карту местную, там, тем более на буквально 2 недели, то есть это не нужно рекомендовать туристам, но обычно прилетают с карточкой Теле2, то есть это вот компания, которая выпускает тариф «Мир без границ», либо что-то похожее, и как раз-таки вот по их сим-карте там до месяца можно пользоваться недорогим интернетом на Кубе. Он, правда, опять идет по одной, то есть там вот в этот пакет включено там, по-моему, 800 мегабайт, которые идут по хорошей скорости, а дальше скорость затормаживается, либо доплачивать нужно. Поэтому я вообще призываю всегда на Кубе, ну, немножко снизить потребление интернета, как раз-таки выйти из виртуального мира и насладиться кубинским реальным миром, кубинскими реальными песнями, танцами, образом жизни, пляжами, красивой природой. То есть сконцентрироваться все-таки больше не на телефоне, а на том, что происходит вокруг, потому что, в принципе, это одна из целей, я думаю, что у туристов, чтобы поехать и отдохнуть, вот в этот выход из интернет-зависимости. Поэтому про интернеты я вам тоже пояснил, какая сейчас ситуация. Прокат машин, он есть на Кубе. То есть можно выйти из отеля, как правило, там есть рент-кары. Самый популярный – это Кубакар называется, либо Гавана Авто. То есть они сразу видны, и на рецепции вам сразу подскажут, где они есть. А машина на Кубе арендуется минимум на 3 дня. То есть нельзя взять на сутки покататься. Арендная плата достаточно высокая. То есть если там мы говорим о ручной коробке передач, то есть где-то от $60 и выше в сутки, там коробка передач автомат от $70, это самые простые модели машин, плюс страховка, плюс депозит. То есть как бы это такое дорогое удовольствие, можно сказать, но они существуют на Кубе. И до сегодняшнего дня, то есть у нас была информация о том, что, например, туристы, которые арендовали машину SkyCoco, могут выезжать, то есть по дамбу их выпускают. Вот, но кто-то вот дал пост опять, что вот их не выпустили. Вот мы сейчас попытаемся разобраться, в чем причина была. Та же самая ситуация пока и в Вородеро, поскольку вот этот карантин на провинцию Матанзаса внесли до 1 мая, то есть пока сейчас рент-кары, насколько нам сказали, не дают туристам машины. Но теоретически все это должно работать, и это тоже один из способов познания острова, поездки по нем. Надеемся, что как бы вот с мая все это стабилизируется. Именно с Вородеро, что нужно подчеркнуть. Вот. Не нужно брать дрон, написано в презентации. Действительно, на Кубу по прилету на Кубу
есть некоторые правила. Дело в том, что которые, может быть, немножко отличаются от других стран. Все-таки Куба такая страна, социалистическая республика, с таким внутренним контролем, с постоянным ожиданием каких-то провокаций со стороны своего северного соседа. Поэтому на Кубу нельзя привозить дроны. Их просто конфискуют по прилету, опишут, положат на хранение и потом выдадут обратно, когда турист будет улетать. Но это все время, это все очереди, это все долгий морозный процесс, и поэтому выход из аэропорта, вот, который сейчас вот все радуются, что Куба обычно затягивала выдачу багажа, потом проверка паспортов, боялись, сколько будет проходить ПЦР-тест, вот не было еще пока, чтобы больше часа, ну час 30 максимум, турист уже даже час 30, они уже в отеле. То есть это вот время от прилета самолета до прибытия туристов в отеле. Поэтому, конечно, для вот задержки, которые связаны с дронами, могут быть задержки, связанные с, когда перевозят рации, то есть тоже на Кубу нежелательно вот это все привозить. А вот мы, если касается, что касательно там продуктов, то есть, ну, как правило, там, если в упаковке все плотно упаковано, там, колбаса, то ее не забирают. Хотя санитарный контроль, вот фитоконтроль по продуктам, по овощам на Кубе действует, то есть они просят, пожалуйста, то есть, как бы, не привозить скоропортящиеся продукты на Кубу. Нельзя. Вот. А уже вывозить из Кубы можно, естественно, это ром, естественно, это сигары, естественно, это кофе. Вывоз по лимитам рома на Кубу не существует, но существует ввоз в Россию, то есть не больше 2 литра на одного человека. Конечно, я просто сейчас делюсь опытом, то есть и то, что делают туристы, то есть везут, конечно, побольше. То есть просто все это складируют не в чемодан, а все еще потом в дьюти-фри докупают по прилету, а когда вылетает обратно, и поэтому еще в ручной кладе тоже там пару бутылок можно провести. Сигары не больше 50 штук на человека. Причем не рекомендуется класть, например, там 3, ну, это 50 штук, это 2 коробки. В одной коробке 25 сигар. То есть не рекомендуется, даже если семья решила купить на двоих, она может купить 4 коробки, а и анти 4 она положила в один чемодан, как правило, остановит на таможне, то есть для того, чтобы разбираться. То есть если уже купили 4 коробки по 2 на человека, лучше их разложить в разный багаж, чтобы просто спокойно пройти именно по прилету в Россию. То есть Куба только будет рада, если ее товары, которые вручную крутятся, либо то, в чем она сильна в производстве рома, там можно покупает и вывозит. Кофе тоже в неограниченном количестве. Единственное, что, то есть ведь и кофе там то бывает, то пропадает, но в каждом отеле есть вот мини-магазины, там бывают завозы, и поэтому нужно отслеживать это кофе. Ну, как правило, в курортных зонах всегда стараются поддерживать вот это и марки кофе, потому что на Кубе там более 5 официальных марок кофе, вот более 20 различных марок рома, вот, поэтому есть из чего выбирать. Вот, но как бы вести вот такие вот сейчас правила, то есть по вывозу с Кубы. А вот электронные сигареты и кальяны тоже на Кубе не совсем понимают, что это такое. Вот на Кубе не курят кальян, нету этой моды, например, нету суши на Кубе, то есть они там только в очень редких ресторанах можно это встретить, либо в отелях. Так нету на Кубе спроса вот на такой вид пищи. Так вот, кальяны на Кубу тоже запрещены. Опять процедура изымания и возврата при вылете. Электронные сигареты, ну, главное, ими как бы вот не вручную класть их класть. То есть как бы вот айкосы, которые сейчас стали популярны, туристы с ними приезжают, Куба уже поняла, что это такое, поэтому как бы не видит в этом угрозу национальной безопасности. Поэтому эти айкосы можно положить куда-нибудь не вручную кладь, а лучше в свой багаж. То есть так как бы не будет никаких там дополнительных вопросов, потому что все-таки вот для Кубы вот эти приборы тоже как бы и попадают в список для того, чтобы можно было их забрать. То есть нужно было бы их и забрать на этом самом, да, по прилету. Вот, дальше мы с вами рассмотрим протоколы. То есть вот то, что я начал говорить по поводу прилета в аэропорт, вот этот тест. Дальше обязательно ношение маски при выходе из аэропорта. То есть обязательно будет продезинфицированы все ручки, все помещения внутренние в автобусах. И рассадку стараются делать в автобусах кубинцы, тоже соблюдая расстояние между туристами. Поэтому это один из новых протоколов. При встрече
встречи в отеле. Вот то, что сейчас очень нравится туристам. Ну, вот первый рейс тоже там встречают обычно с коктейлями, с музыкой, с танцами, но упрощена вот эта процедура получения ключей, то есть процедура не задерживания, не скопления людей на рецепции. Это тоже очень хороший такой фактор, который, видите, ковид повлиял на то, что улучшился сервис. Уже готовы ключи для каждого туриста по прилету, ему сразу выдают их, и он может направляться в свой номер. Это, как правило, облегчает вообще процедуру и контакта, и для того, чтобы люди не собирались в одном месте. В ресторанах еду сейчас на шведских столах набирают не сами туристы, а стоят официанты, которые кладут в тарелку, то есть когда подходит гость к отелю, то есть он просто показывает, выбирает, какие блюда он будет. Конечно же, подход количество раз не ограничено, то есть, пожалуйста, можно пробовать, можно ходить, но вот сейчас именно ситуация, что не сам турист накладывает, ему накладывают сотрудники отеля, то есть они все действительно работают в масках, они работают очень часто в экранах защитных пластмассовых, поэтому тоже гарантируется степень вот именно не распространения каких-либо видов заболеваний здесь. Вот медицинская страховка требуется, но, как правило, любой оператор эту страховку уже вкладывает в пакет, поэтому эта страховка действительно на купе, и она сохранит покрытие, если случился какой-нибудь случай. Хотя я знаю, что есть дополнительные страховки по ковиду с большим расширением, но это уже на вкус и цвет самого туриста. То есть минимальная страховка всегда в пакет уже включена. Вот, в каждом отеле есть медицинская бригада. То есть в этой бригаде находится эпидемиолог, в этой бригаде находится фельдшер, и поэтому вот осмотры, проверки температуры, они не должны как бы смущать туристов, это все делается, я бы сказал, ненавязчиво, незаметно, но это возможность быстрого реагирования на какие-либо симптомы. То есть если у кого-то какие-то подозрения, повышенная температура, там, не знаю, кашель начался, то есть это все, ну, не надо ждать какого-то приезда врача, тут же придут люди, которые с специальным образованием, которые есть специальные инструкции, они начнут уже сразу действовать, уже сразу помогать. Вот, поэтому в этом плане для Кубы очень большое количество плюсов сейчас стало для отелей, то есть и для безопасности отдыха туристов. Вот. А что касается ПЦР-тестов, вот я вижу, да, здесь написано 7-9 дней, но это уже, знаете, такая перестраховка. Вообще, как бы на пятый день как бы уже дают, там, с пятой ночи, в шестой день уже дают результаты, но может на Кубе быть какая-то задержка, потому что огромное количество туристов ожидается из России. Вот, это в разы больше, чем прилетало на Кайококу, и поэтому будем смотреть, как будет справляться система. То есть она должна вот, как бы отладиться для того, чтобы поменьше давать сбоев и поменьше давать каких-то накладок. И я просто хочу сказать о том, что... А, и вся анимация в отеле сейчас проводится на открытом воздухе, тоже по санитарным протоколам, то есть все равно пляж, все танцуют, акваэробика делается, но стараются все это делать в амфитеатрах открытых, либо же специально оборудованные на свежем воздухе такой площадки. Тоже именно соблюдая режим по проветриванию, соблюдая режим не скопления большого количества людей в одном каком-то помещении. Вот я, может быть, еще добавлю пару слов, просто как бы вот в интернете ходили еще связанные с этими санитарными протоколами много домыслов, которые говорили о том, что кубинцы специально используют вот этот ПЦР-тест для того, чтобы через страховые случаи как бы высасывать, извините за выражение, деньги страховых компаний, либо из туристов вот за то, что они прибывают в обсерваторе. Я могу сказать, что это полная неправда, потому что кубинцам меньше всего нужны какие-то скандалы, какие-то, вот не, когда турист недоволен чем-то, какие-то конфликты. Это сами и себе кубинцы не очень любят в своем миропорядке, миропонимании, и уж тем более они не хотят это слышать от иностранцев. Для Кубы вот эти мелкие как бы дела неинтересны, вы поймите, для того, чтобы турист отдохнул, получил приятное впечатление страны, наоборот, вся инфраструктура Кубы на это работает, и туризм в том числе. Они 100% могут потом заработать на экскурсиях, на каких-то других дополнительных услугах, чем вот на этих изоляторах. Это абсолютно неправда и вообще никак не вяжется с тем, что происходит на Кубе. И, знаете, как бы кубинцы достаточно гордый народ, и поэтому вот такие заявления их очень сильно ранят, это в прямом смысле этого слова. Не только всю систему здравоохранения, которая там работает, а именно то, что вот их пытаются уличить в каком-то таком вот мелком жульничестве. Это
как бы, ну, скажем так, ниже кубинского революционного достоинства заниматься такими вещами, поэтому тоже пресекайте, пожалуйста, вот эти все инсинуации на эту тему, такого на Кубе нет. Если человек действительно с ПЦР-тестом, они тоже стараются, видите, провести повторный ПЦР-тест, можно запросить, кстати, платный ПЦР-тест в обсерваторе для того, чтобы еще раз его перепроверить, то есть они идут сейчас навстречу и стараются как можно быстрее вот эту ситуацию с положительным ПЦР-тестами решать по приезду туристов. Ну, я думаю, что не секрет для вас, коллеги, о том, что с 1 мая по возвращению в Россию еще два ПЦР-теста, то есть, видите, сплошная ПЦР-диагностика идет для туристов, то есть стало все еще немножко сложнее. Вот. Ну и давайте перейдем, наверное, к отелям Blue Diamonds и к курортам Кубы, к их отельной базе, которая там находится. Вот поскольку курорт, который в систему Blue Diamonds, она включает в себя много брендов, брендовых цепочек, то есть это и цепочки Royalton, Memories, Sanctuary, Starfish. И, конечно, эта цепочка не только кубинская, то есть, видите, перестали не только на Кубе, но и во всех других популярных карибских странах, в том числе экзотических. Видите, там Антигуа, Барбуда, Табако у нас есть, такой Тринидад и Табаго и государство. Но, конечно, на Кубе у цепочки Blue Diamond очень большая отельная база, огромный номерной фонд, он третий по величине там. И, конечно же, основной акцент, что и логично, эта цепочка сделала на курортах вот как раз-таки Варадеро и курорты Каю Санта-Мария. То есть присутствуют и там отели, причем отели в категории 5 звезд, 5 звезд Deluxe и отели в категории 4 звезды. Я не могу сказать, например, что отель там Starfish Varadero тройка, то есть, потому что официальная категория может быть у него такая, но по сравнению, зная другие тройки на этом курорте, либо вообще что считается тройкой на Кубе, я могу вам сказать, что, конечно же, это очень-очень-очень хороший 3+, особенно после реновации этого отеля, то есть там замечательные стали и номера. И поскольку вся цепочка кейтеринг, то есть продукт питания, привозит что в Royalton, что в Grand Memories, что в Quattro Palmas, то есть этот кейтеринг идет, как правило, из-за рубежа, потому что цепочка иностранная, поэтому ассортимент блюд иногда может быть идентичен, например, Starfish Varadero, как в Memories Varadero. То есть как бы именно по количеству и питания там все гораздо сильно улучшилось, когда управление взяла... Вот Grand Memories взял этот отель. Поэтому 4 основных бренда, которые предлагаю вот всегда иметь в виду при выборе отелей на Кубе, это Royalton, это Grand Memories, Sanctuary — это отдельная VIP-зона только для 18 лет, то есть для тех, кто постарше. Вот цепочка Memories — демократические большие отели, веселые, дружные, вот как раз-таки для компании, либо для тех, кто хочет немножко экономить и проживание, ему не важно, важно просто вот, чтобы было море, чтобы было... Хорошая анимация, большая территория. Вот, конечно, Memories эти отели используются. И Starfish – это соотношение цены и качества. Это всегда такая лучшая опция. И, насколько я знаю, то есть поток вот туристов, который сейчас вот летит и на отели этих цепочек на Кайо Коко и Кайо Гильермо, и на Варадеро, то есть он значительный, он большой туда поток. Но вот пока вот Memories Miramar, пока отели гаванские рассматривать мы с вами не будем, лишь скажу, вот, ну, два слова тогда уже про экскурсии, ну, чтобы закончить эту тему, с тем, что туристам еще можно сделать, кроме отдыха на море и наблюдения анимации по вечерам в отеле, ну, не наблюдение, я бы сказал, участие, потому что на Кубе нельзя усидеть. То есть вот кто был, например, в анимационных шоу там, в Мексике, в Доминикане, в Кубе всегда отличали то, что, конечно, кубинцы зажигательные, и их шоу – это интерактивное шоу, то есть они вас не просто, как в Большом театре, радуют своим творчеством и талантами, они заинтересованы в том, чтобы вы начали с ними танцевать сальсу, начинали, ну, там, сон, дансон, казино, там очень много разновидностей танцев, румба, ча-ча-ча, то есть для того, чтобы придать вот эту вот свободу, легкость, поймать вот эту кубинскую волну и как раз-таки более полно, во-первых, прочувствовать Кубу, а во-вторых, выйти из обычного режима рабочего, вот либо же
там, рутины, которые есть на родине у нас, то есть в каждодневной рутине, то есть действительно отдохнуть и душой, и телом вместе с этими аниматорами. Поэтому я всегда призываю участвовать в этих анимационных шоу, танцевать с кубинцами. Ни разу не было такого, чтобы кубинец либо кубинка при обращении к ним отказали вам в танце, либо отказали вам пока какие-то движения продемонстрировать, самые простые. Для них это за счастье, за радость, это действительно искренне. Поэтому пользуйтесь Кубой максимально, как можно, не просто будьте ее наблюдателями, будьте участниками отдыха там и жизни, которая там есть, этого ритма кубинского. Поэтому экскурсии, конечно, вот только-только дали вот список, и вот у Рубена на его Кубафо Про, то есть на его Фейсбуке, есть уже список этих экскурсий, кому нужно более детально. В двух словах, это экскурсии, все морские экскурсии, включая рыбалку, яхту, прогулки на катамараны, включая дайвинг, включая там даже поющие эти яхты, то есть где там идет анимация, где открытый бар, где обеды с морепродуктами. Все эти экскурсии разрешены. На Варадеро есть два порта, две марины, так называемые, откуда выходит в каждодневном режиме, когда вот был сезон в прошлом году до ковида, в каждодневном режиме выходит огромное количество лодок и там, яхт, катамаранов, поэтому все это подтверждено, это все работает. Дальше. Популярная экскурсия будет называться «Матанзас и две пещеры». То есть это город, который находится недалеко от Варадеро, в 35 километрах. Небольшая обзорная экскурсия по нему. А дальше пещеры. То есть Куба поражает не только своими пляжами, но и своей природой. На Кубе есть три горные системы, есть водопады, есть озера горные, есть национальные парки, пешеходные экологические тропы, а есть как раз-таки сталактиты, сталагмиты и пещеры. Они в разных частях страны располагаются, но вот ближайшие Гавани – это пещера Беямар, правильно по-испански, да, посмотреть, как там зайти внутрь, и в пещере Сатурна дается возможность покупаться, ну, я бы сказал, это такой синод называется, либо грот с водой, вот где можно будет окунуться. Это вот такая тоже природная экскурсия, ее подтвердили, пещеры будут открыты. Вот, потом экскурсия Гуама. То есть это вот Карибское побережье, это крокодилятник, это восстановленная индейская деревня, это заезд в типичную кубинскую сельскую глубинку, то есть посмотреть их народные промыслы, посмотреть что-то, как растет сахарный тростник, как растет манго. На Кубе начинается сезон манго, поэтому уже в мае, я уверен, что на шведских столах во всех отелях будет этот фрукт, и это продлится до сентября месяца, потому что лето традиционно для Кубы это сезон манго и авокадо, вот этих вот, ну и то фрукт, просто авокадо иногда называют овощем, но и то фрукт, и поэтому вот эти фрукты будут на столах. Плюс, конечно, все другие сезонные овощи, фрукты будут. И вот как оно растет, как растет гуаява, как растет ананас, как выжать сок из сахарного тростника, которого потом изготовляют ром, либо выпаривают и изготовляют сахар. Все это можно будет там увидеть. Это такая вот интересная именно экскурсия, которая погружает в быт кубинский. Вот. Также Эль-Ничо, водопад в Топас-де-Коянтес, это вторые по величине горы из Камбра есть на Кубе, вот там есть национальный парк Топас-де-Коянтес, и туда планируется заезд как раз-таки посмотреть, что такое водопад, и что такое тропическая флора, потому что Куба – это безумство деревьев, безумное количество деревьев, около 20 тысяч видов деревьев на Кубе растет, они там переплетены лианами, орхидеями, бромелиями, растут раукарии, растут фламбуяны, постоянно что-то цветет, постоянно какие-то интересные, ну, птицы в основном, потому что на Кубе нет крупных животных, там только вот крокодил, я уже назвал, он там есть на южном побережье, на Карибском море, вот кайман его называют на Кубе, и, конечно же, там есть такая хути, это древесная крыса, а вот это, пожалуй, и вся фауна кубинская. Но вот флора там интересная, птицы там красивые, цветочки тоже, можно сказать, ну, я так, конечно, непрофессионально говорю цветочки, на самом деле там каждое дерево описано, каждое дерево имеет свою интересную историю, как оно использовалось, какая у него древесина. Многие вообще сувениры, которые будут вывозиться с Кубы, вот помимо рома, сигар и кофе, еще берут деревянные статуэтки либо деревянные конструкции. Почему? Потому что эти конструкции не гниют в воде, то есть там есть специально резные работы, которые можно поставить в аквариум для рыбок, и он будет стоять 200-300 лет, ничего с этим деревом не произойдет. Кроме того, там кубинцев очень развита народная медицина, то есть они многие
к цветы, листья, кору деревьев используют в народной медицине. Это достаточно эффективные средства. И могу сказать, что многие даже препараты медицинские пришли из народных средств. Например, манго на Кубе используется для изготовления препарата, которые заживляют раны, потому что в манго большое содержание йода. И вот в промышленных масштабах выпускается такой специальный крем, который тоже популярен на Кубе. Ну, там много и алоэ вера, и там из известных нам. То есть это тоже такое целое направление, кому это интересно. На Кубе можно сходить в аптеку, вот в Матанзасе, и посмотреть, какие местные медикаменты, которые сделаны на Кубе. Плюс, конечно, там развита медицина, связанная там с раковыми заболеваниями, медицина, связанная с кожными заболеваниями, и свои препараты, и свои лаборатории, свои исследовательские базы, свои профессура, которая там работает. Это целое направление, вот, но пока мы говорим просто о пляже и об экскурсиях. То есть вот это все, природа, морские экскурсии, то есть это то, что сейчас вот как бы дали. Очень надеемся, что откроют города, потому что сейчас как бы есть предложение проехаться по Сен-Фуэгусу, не выходя из автобуса. Но это очень странное, конечно, предложение по организации таких экскурсий, потому что уникальное количество и колониальных городов, и колониальных зданий, которые есть на Кубе, и посмотреть и какие-то более поздние 19 века сооружения, 18 века сооружения, французский город вот Сен-Фуэгус поражает своими дворцами, правильно их назвать, палацио, которые вдоль набережной там расположены. Поэтому хочется, конечно, такого доступа нормального. Очень надеюсь, что это скоро будет. Ну и Гавана, жемчужина Карибов. Тут можно только повздыхать, что вот первые туристы, которые сейчас, они пытаются, я знаю, что пробиться в Гавану, у кого-то, может быть, даже как-то в исключительных случаях получается, но все закрыто. То есть ничего не работает, ни музеи, ни рестораны, ни кабаре, ни Тропикана, ни Националь. Все пока в Гаване закрыто. Проезд по набережной Маликон тоже пока запрещен. Поэтому здесь есть много нюансов, но надеемся на лучшее. Так вот, гаванский отель пока рассматривать не буду, но они есть и у Мемориса. Вот эти цепочки в Гаване есть один отель. Вот, а мы с вами тогда переступим к Варадеро. Ну, вот на карте видно, что это полуостров, 23 километра он вытянут, поэтому, видите, такая, можно сказать, закрытая зона резервации. В начале этого полуострова вот здесь располагается небольшой городочек, ну, мы его называем Варадеро Даунтаун. Здесь живут сами жители, здесь как раз сосредоточена вся ночная жизнь была раньше, сейчас ее нету. Только-только вот мы получили информацию, что планируется открыть, опять-таки для проведения обзорных экскурсий по Варадеро, планируется открыть Каса дель Ром, дом Рома, и вот от Бодегида дель Медио бар, где вот по аналогии с гаванским Бодегида дель Медио делают мохито, вот этот вот коктейль, который входит в десятку известных кубинских коктейлей. Так вот, как раз-таки какие-то бары будут открываться, но пока ночная жизнь Варадеро нету. Ее нету, пока закрыто. Кроме того, в этом Варадеро Даунтаун есть рынок сувенирный, он открыт. То есть по каким-то, по-моему, дням только сейчас. И поэтому и в светлое время суток, то есть до 16.00, до 4 дня. Вот на него можно тоже поехать. По всему Варадеро курсирует двухэтажный красный автобус. Работает он по европейской системе хоп-он-хоп-офф, то есть покупает билет. По-моему, $10 сейчас он стоит на целый день. То есть это можно на этом автобусе в какой-то остановке выйти, сойти, посмотреть, какие есть там дельфинарии, например, там либо вот порты, марина, достопримечательности Варадеро, там виллу Ксанаду посмотреть, которую для себя построил как летнюю резиденцию Ирена Дюпонт, первый миллионер в мире. А вот как раз-таки все эти достопримечательности небольшие, но интересненькие. Просто посмотреть, какие пляжи, потому что пляжи на Варадеро, хоть и все красивые, но какой-то красивее. То есть тоже можно и прогуляться по набережной линии, нет запретов, то есть на перемещение по ней. Вот, но можно и проехаться, посмотреть разные участки этого пляжа Варадеровского. Так вот, вот этот вот автобус тоже сейчас уже курсирует, то есть до 16.00 он ходит здесь по острову. Отели стоят, как вы видите, все в ряд. Всего 62 отеля на Варадеро в настоящий момент, но ведутся строительные работы, то есть не только по реновации этих отелей, но и по новым отелям. То есть вот надеюсь, что вот тут вот
идет такая активная стройка при въезде в Варадеро. Туристы первым делом видят слева эту стройку, то есть строится еще один крупный комплекс отельный. Конечно, курорт Варадеро звучит, он известен, воспет даже в песнях советских. Вот. Но хочу отдельно сказать, это действительно красивое море, это действительно уникальный микроклимат и бальнеология. Дело в том, что море, которое здесь подходит, Атлантический океан и воды, оно лечебное. Я не устаю повторять, вот как раз-таки связано было 60 лет полета Гагарина в космос, и Гагарин, и Терешкова, и вообще первый космонавт, все приезжали на реабилитацию именно на Варадеро, и здесь вот есть домик космонавтов, то есть именно то место, где они все ожидали. Вот. Потом, сейчас мы с вами давайте посмотрим, какие же отели. Конечно, флагманский, можно сказать, отель Blue Diamond на Варадеро – это отель Royalton Hikkakus. Это отель, вот видите, куча наград у него, действительно, он постоянно входит в топы лучших. Это отель, несмотря на свой возраст, вот, обладает вот этим уровнем сервиса, разнообразным питанием, прекраснейшим пляжем, вообще экологически такая чистая там зона, и поэтому он всегда идет с положительными характеристиками. Отель для старше 18 лет, это его особенность, то есть нельзя туда приехать с детьми, даже нельзя в номере втроем разместить, то есть как бы максимальное размещение в номерах, там два человека. Но отель, конечно, завоевал свою репутацию, я могу сказать, долгими годами. У него большая территория, вообще центральная часть сделана на воде, там все в таком духе Хемингуэя в этом отеле, можно сказать, под а-ля Мар. Вот под морскую тематику сделано. И несмотря на то, что, может быть, номера покажутся небольшими, вот достаточно скромными, вот как, например, здесь, видите, там в каждом номере есть небольшой, ну, можно сказать, такой living room, то есть жилая зона, которая ступенькой отделяется от спального места. Вот. Но всегда все чистенько, всегда все аккуратненько, с новыми вот, постельным бельем, которое тут тоже очень за этим следят кубинцы, то есть они всегда за чистоту выступают. Вот прекрасные бары, есть своя станция мороженого, есть своя станция кофе, где можно покушать, например, приобрести... ну, не приобрести, взять пирожные, которые тоже там выдают, изготавливают в самом отеле. Шеф у них европеец, я могу ошибаться, это либо испанец, либо итальянец, и поэтому очень сделан такой акцент на средиземноморскую кухню. То есть вот любители, как мы сейчас говорим, запрещенки, вот это вот хамона, различных видов сыров, вот они здесь могут тоже отвести душ, потому что это все в этом отеле присутствует. То есть на шведском столе, и все хорошо здесь располагается. Grand Memories – огромный большой отель. Вот он известен, это пятерка. Вот он известен тем, что прекрасная у него анимация большая. Вот большая территория, то есть такой отель достаточно шумный, но в отличие от Memories Varadero, в этом отеле как раз-таки, можно сказать, то есть сервис получше, повыше, разнообразнее винная карта, разнообразные коктейли, разнообразное питание. Очень много вот этих активностей, то есть дополнительных в виде там, теннисных кортов, в виде там, столов для игры в бильярд, например. То есть много вот этому уделено внимания. Два бассейна здесь, один как бы, как всегда, более такой шумный бассейн, на котором происходит анимация, происходит занятие акваэробикой, и более спокойный бассейн. Поэтому этот отель хороший, большие здесь номера, вот как раз-таки под семьи. То есть нужно сюда, можно сюда перевозить, есть connection room. Вот если какие-то очень большие семьи, которые хотят жить вместе, то есть тоже в этом отеле такой тип размещения можно найти. Постоянно живая музыка в отеле Grand Memories. Большой-большой ресторан, где и проходит, как я уже сказал, вот основное питание, завтрак, обед, ужин. Но вообще система «Все включено на Кубе» подразумевает, что питание можно получить круглосуточно. То есть и в основные вот эти вот вещи работают бары. Очень часто иногда делают День Кубы. То есть в один из дней в неделю, когда кубинская кухня национальная, она может быть начинаться где-то в ресторане, который находится на пляже, и там, как правило, делают какой-нибудь гриль, могут свинью полностью целиком на гриле зажарить, могут рыбу, которую только что там вот выловили, привезли, тоже ее разложить на гриле. То есть стараются делать разнообразное питание и какое-нибудь тематическое. И в любом отеле, что и в Royalton, что и в Grand Memories, что
в Memories Varadero есть так называемый а-ля карт ресторана. То есть это рестораны, которые по записи, по меню. Вот, и там в зависимости от концепции отелей, в зависимости от того, насколько дней прилетели туристы, в зависимости от того, есть ли у них, например, пакет Diamond Club. Это такая разработка вот этой системы Blue Diamond, системы отелей, когда вы можете купить для своего туриста, приобрести дополнительный пакет. Это, можно сказать, VIP-пакет услуг, когда позволяют вам брать на пляже отдельную зону, где могут отдыхать туристы, дают какой-то небольшой пляжный пакет, какие-то подарочки. Кроме того, отдельная зона в ресторане, безлимитное посещение всех а-ля-карт ресторанов. Дается приоритет, ну, раньше давалось вот при заселении, то есть сейчас он тоже все уже сделал практически автоматически, но в любом случае это сохраняется. То есть туристы с пакетом Diamond, вот они идут в первую очередь, то есть как бы если какие-то возникают где-то очереди. Вот этот пакет по дневной оплате он идет, то есть тоже у Рубена можно запросить, либо у туроператора своего запросить. Как правило, эти пакеты предлагаются и доплачивают туристы, им нравится пользоваться этой услугой. Вот, и в а-ля-карт ресторанах как тематическая еда, то есть рестораны стараются и давать и рыбную кухню, и средиземноморскую кухню, итальянская кухня очень популярна, может быть что-то из Востока, в виде китайской кухни, японской кухни, вот, в некоторых отелях я могу с уверенностью сказать, иногда даже суши сервируют на подачу, но там все по меню, то есть там будет выбор из 2-3 блюд, и всегда нужно сказать туристам, что кубинцы будут долго готовить. То есть ведь хочется все-таки а-ля карт ресторан, держать марку, то есть вот и поэтому блюда приносятся достаточно долго, поэтому чаще всего мы рекомендуем пойти немножко перекусить в основной ресторан, а потом уже идти в а-ля карт, чтобы не быть голодными, потому что, да, изнервничайтесь, пока донесут вот первое какое-то блюдо, вот, и будет испорчен вечер. Естественно, Куба – это лобстеры, ну, либо лангусты, как их называют по-испански. Это одна из самых популярных блюд, оно действительно недорогое. Вот в отелях лобстеры, ну, если и будут, то только в кусочках очень редко. Хотя вот на экскурсии, когда ездишь на катамаране, вот на Каю Бланку из Варадеро, там обычно кусочками лобстер дают. Но всегда для того, чтобы вот купить целый хвост этого лобстера, нужна доплата. И в ресторанах будут стоять опции. Они и от размера могут зависеть этого лобстера, либо просто какая-то единая цена, ну, 15-20, максимум $25 будет стоить вот лобстер один на человека. Я думаю, что это, конечно же, самая дешевая цена, которую можно встретить в мире по этому блюду. Поэтому, пожалуйста, тоже туристам можете сказать, что высокая как бы кухня, вот эти вот деликатесы, изыски на Кубе присутствуют. Кстати, на шведском столе всегда есть рыба. На шведском столе всегда будет что-нибудь из морепродуктов, будь то осьминоги, будь то креветки. Ну, как я уже сказал, лобстеры редко, но иногда тоже бывает по каким-нибудь праздникам. Поэтому, видите, 9 мая, я думаю, что Куба знает про этот праздник и тоже думаю, что отели подготовятся к этому. Вообще отели сейчас очень нацелены на русский рынок, мы там основные сейчас, потому что, несмотря на закрытие многих стран и не выпуск, все равно на Варадеро продолжал летать. Немецкие туристы туда прилетают, Канада летала, но вот с февраля отказалась, с июля она должна опять туда прилететь. Но пока, конечно, ориентация идет на нашего туриста, и поэтому, во-первых, сервис в отелях, все учат там усиленно русский язык, и вот подходят с бумажечками, уже могут читать 1, 2, 3, 4. Вот, но в любом случае очень-очень-очень кубицы будут стараться. И, конечно же, уважение к праздникам национальным российским у них есть, они, и понимание этих праздников есть, поэтому, видите, к праздникам думаю, что будет всегда обязательно. Ну и сладкие столы, на Кубе сахара очень много, поэтому различные национальные блюда флан, это такой взбитый крем-брюле, яйца с сахаром, с молоком, вот, но в любом случае и торты, и выпечка, то есть кубинцы в этом плане тоже сладкоежки, поэтому вот я не могу, конечно, сравнивать с турецкими развалами, с пахлавой там и с их сладкими столами. Но тут тоже не будет никаких проблем для тех, кто любит сладкое. Кубинцы готовят и торты, в том числе большие. Вот. И зона санктуария – это та зона, которая для взрослых. Вот
18+. Вообще на Кубе очень много вот этих вот ограничений, точнее, очень много можно встретить в отеле 18+, но вот именно для спокойного отдыха взрослого населения, чтобы вот именно даже в большом семейном отеле у них была своя зона со своим бассейном, со своим рестораном тоже есть внутренний в этой зоне санктуари, то есть в который можно ходить в основной ресторан, можно питаться здесь. Она более приватная, она более тихая, спокойная, здесь никогда не будет анимации, здесь даже не будет музыки. То есть, ну, это все в доступности буквально там пройти либо проехать на багги, там ходят небольшие машинки по этому отелю, и можно уже отдыхать как бы в шумной компании. Вот, а зона санктуари тоже предусматривает дополнительные плюшки, как мы это сейчас называем современным языком, и в номерах, это касается и мини-бара, который там заполняется, то есть больше ассортимент бесплатных напитков в мини-баре. Вот это какие-нибудь дополнительные улучшенные шампуни, улучшенные средства гигиены, все это присутствует здесь. И такой более персонализированный сервис, у них есть своя рецепция, и с этой рецепцией очень легко решать какие-то вопросы, которые вдруг возникают. Поэтому такой VIP-зона в Grand Memories отель, тоже обращаю ваше внимание. Ну и, конечно, это хит продаж, я даже по-другому не могу сказать. То есть он всегда хорошо, этот отель, продавался, загружался. Вот Starfish Varadero. Отель после реновации, как я уже сказал, поэтому в первую очередь хочу показать вам его номера. Он, конечно, видите, был корпус вот тут большой, Aguas Azules, раньше отель, есть и бунгало здесь стоят. И вот, конечно, корпус напоминал, что это такое из советского прошлого, такие вот массивные, огромные санатории, профилактории. Вот, хотя, видите, сейчас все возвращается, то есть туристов уже не удивить этими санаториями, профилакториями на черноморских курортах. Но в любом случае, посмотрите, какие сделали хорошие номера в супериорах вот этих вот комнат. То есть полностью там все обновили. Вот, видите, плазму повесили, то есть такой же подача на шик. Бунгало, замечательный ремонт. И тихо, спокойно. Очень зеленая территория у этого Starfish. И поэтому, конечно же, вот те, кто хочет сэкономить, но не прогадать, вот именно там, не поехать там, в 5-4 звезды, а поехать вот, в отель, но все равно получить хороший отдых, такой вот не, как сказать, скромненько, но все чистенько, аккуратненько, предлагайте вот этот отель. И, естественно, что по еде, по напиткам, этот отель, как я уже говорил, претендует на тот же вариация, на тот же ассортимент различных блюд, как и другие отели Starfish, потому что привозят еду для них отдельно. Вот, эти пляжи, ну, про пляжи Varadero можно говорить бесконечно, я просто скажу, что вот сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда туристы, которые не улетели в Танзанию, они полетят на Кубу. Это очень много было таких переносов, и могу сказать, что, по моему мнению, вот я все-таки могу сказать, что я эксперт в этом вопросе, они будут гораздо более довольны тем пляжами и вообще тому, что они увидят на Кубе. Поэтому я скажу так, вынужденная их транспортировка в другую часть света, то есть они ту, куда они запланировали. Вот, я на их не разочарую. Конечно, Куба входит по пляжам постоянно в топы. Недавно TripAdvisor опубликовал опять список. Там на 12-м месте Varadero из 25 лучших пляжей мира. На втором месте, по-моему, Playa Sirenas. Могу сейчас перепутать. Дело в том, что Куба – это все одни большие пляжи. И вот если, конечно, пляж и Varadero, он разный, но везде красивый, вода вот этого лазурного цвета, переливающегося, видите, плюс лечебная, поэтому в ней можно там посидеть, но всегда на Кубе головной убор и всегда на Кубе крем от загара, потому что наша кожа сгорает моментально, то есть нам недостаточно полчаса открытых прямых солнечных лучей на Кубе, и мы сгораем. Поэтому в первые дни это как мантру нужно проговаривать туристам, обязательно нужно брать с собой крем для загара, обязательно кепку. Может быть, даже не стараться сидеть на солнце в первые дни, посидеть лучше в тенечке. Вот. И, конечно, в море с головным убором только. Вот мы рекомендуем первые дни всегда. А второе, то, что мы еще тоже вот было в памятке, это репелленты. Действительно, Куба с комарами. Есть такое дело. Вот они, правда, и по сезонам, то есть как бы летом их не так много, и, во-вторых, на территории отеля проводится фумигация. То есть с этими насекомыми борются,
получается. Но вот хорошая мысль, которую тоже подкинули коллеги, они сказали, что вы понимаете, что комары, это вот профессор биологии сказал, это признак того, что это хорошая экология на этих курортах, это правда. То есть в плохой экологии насекомые не живут. Там и птицы-то уже не выживают, вот, да, вот, например, в Москве. Вот. Но, видите, как раз-таки это показатель того, что действительно голубые флаги на пляжах, что это не... на Кубе мало вообще производства, то есть вот кроме таких вот небольших, как там ром и табак, который вручную крутят, то есть на Кубе нету грязных производств. Ну, там немножко нефти, правда, бывает, цементные заводы есть, но все равно вот такого загрязнения, какого-то массового слива, тем более каких-то там, не знаю, отходов в море, то есть этого не существует. Поэтому, конечно, все очень экологично. И вот именно с этой экологией все-таки рекомендую взять репелленты. Вот. Могут быть, могут не быть. Я говорю, что всегда по-разному, и от отеля по-разному, и по-разному местоположения, времени года. Кстати, вот сейчас начинается летний сезон на Кубе. Тоже обычно вопрос задают. Но вот видите, зимний сезон все-таки кубинский. То есть отдыхать туда надо ехать с ноября по апрель. Очень часто про это говорят. Но смотрите, Куба круглый год, температура 30 градусов. Минус чуть-чуть, там 27-28 зимой, более прохладно. Летом более тепло, 33-34 градуса. Но это не то, что если, например, откроют Египет, и вы поедете, либо туристы поедут летом в Египет, вы сами знаете, там будет 45, иногда под 50 градусов жары. Такой жары на Кубе нет. То есть все-таки 33-34 для августа – это максимум. Но из-за того, что летний сезон влажный, на Кубе нету осени и весны, есть только вот сухой зимний сезон и летний влажный сезон. Так вот, как из-за того, что летний влажный сезон идут дожди, то есть действительно из-за повышенной влажности вот в этой вот мокрой истории комары могут размножаться. Поэтому, видите, надо репелленты. Вот особенно на островах. Вот мы сейчас перейдем к Кайкуку, Кайкиерма, да, тоже Туи будет делать пакеты, перелеты. Вот, поэтому вот эти острова, они более заболочены, потому что что такое Кайо? Это не остров, как в нашем понимании, потому что островом называется территория, на которой есть, во-первых, свой ландшафт, какая-то вот изрезанная местность, во-вторых, есть источники пресной воды. А кайосы, коих на Кубе очень много, более 1500, они объединены вот в эти гряды. Вот это вот называется гряда Хардинес дель Рей, сады короля. А с юга есть Хардинес дель Рейна, сады королевы. Поэтому эти островочки кораллового происхождения, когда коралл вырастает, он повышается, уже становится выше уровня моря, начинает засыхать, ломаться, заболачиваться. Здесь как раз очень много таких вот мангровых заводей, которые обожают розовые фламинго, потому что как раз-таки питание планктоном, которым они питаются, то есть вот им не нужно никуда там охотиться. То есть они ходят вот по такому болотцу, и там все для себя пропитание находят. Поэтому как раз-таки вот этот вот субстрат, на котором вот и потом уже и деревья растут, кустарник растет, все это наслаивается слоями, вот это кайосы. Конечно, может быть, сказать, это немножко унывная, однотипная природа. В отелях стоят пальмы, то есть там все высаживают, все красивенько, но тут цепляется песок. То есть цепляется белый песок. И вот многие эксперты по Кубе, и Рубен, я знаю, в том числе, они привозят сюда песок с различных курортов Кубы, с различных пляжей Кубы, чтобы показать разницу. Вот, и разница как раз-таки заметна, и видно, что на Кайо-Коко белоснежный песок, белые пляжи, конечно, они цепляют взгляд, и вот такая вот идиллический, можно сказать, пейзаж здесь. Поэтому кто вот нацелен на пляж и спокойный отдых, просто с Кайо-Коко мало каких-то активностей помимо отеля, тут ничего нету, кроме фламинго. Ну, пеликаны, правда, летом сюда прилетят... Точнее, нет, уже улетели, потому что зимой обычно сюда прилетают, как у нас птицы улетают на юг, вот как раз-таки все птицы со Штатов, из Канады тоже прилетают сюда зимой, тут как бы зимовка идет, очень много всякой живности для любителей орнитологии. Так вот, что касается Кайо-Коко,
Да, вот я вижу про розетки, да, сказали. Розетки на кубе американские, то есть вот эти дырочки. Лучше брать адаптеры, это правда. Хотя в большинстве отелей, вот в Grand Memories, в Royalton, там две розетки, то есть есть и по ту, и по ту. Вот. Но обычно на рецепции могут дать адаптер, но очень, так скажем, со скрипом. Поэтому если есть возможность, лучше взять адаптеры. Змей на кубе нету, точнее, ядовитых животных на кубе нет вообще. То есть там никто не может укусить. На кубе самый главный враг – вот этот комар. Все, других врагов из мира животных на кубе для человека не существует. Там есть небольшие такие ползучие, типа ужики небольшие, вот маха они называются. Но это как бы не змеи, никуда не заползают. И их-то и биологам там сложно найти, поэтому как бы туристы вряд ли их увидят. Есть небольшие скорпиончики в виде алакраны называются, но они, опять-таки, это все не ядовитые, никакого страха не будет. Так, я ведь отвлекся сюда. Пауки черные вдова, нет никаких пауков, ядовитых лягушек нет, ничего нет, никакие эти самые не будут. Вот, что касается пляжа с кораллами. Дело в том, что пока говорим про курорты, здесь песчаные пляжи. Но коралл, он есть. Во-первых, здесь от Вородера, где-то от побережья, в километре находится крупный коралл, и туда возят на дайвинг. И здесь есть тоже, но это все нужно ехать туда, то есть плыть туда. Либо же, чтобы с берега спуститься к кораллу, есть небольшие участки, но, как правило, на Карибском море, на юге страны. А мы сейчас с вами находимся на Атлантике, на севере страны. И поэтому как раз-таки вот те, кто любит кораллы, рыбок, дайвинг, нужно спускаться на юг. То есть посмотреть Карибское море. Там помимо того, что рыбу вы можете увидеть, там вот под Сантьяго де Куба для любителей дайвинга есть затонувший флот испанский. То есть и там профессиональные дайвингисты лазят вот по старым затонувшим кораблям. На Кубе даже есть развлечения, можно плавать с акулами, вот эти, ну, они называются бычьи, потому что, в принципе, правильных названий тупорылые, но это название не очень любят использовать, называют их бычьи акулы. Такой тоже аттракцион на Кубе есть, но ехать надо, то есть как бы это не в районе Каякоку и не в районе Вородера, но в районе, вот если брать водные развлечения, в районе Каякоку есть кайт-серфинг-станция, их тут... Три, есть одна с русскоговорящим персоналом, потому что как раз-таки здесь открытая Атлантика. То есть если мы пройдем туда, вот начинаются Багамские острова, и вот там дальше открытая Атлантика. Поэтому может задувать. На Вородера первая половина штиль, вода вообще вот так вот просто не волнуется. А начинается после обеда начинает приходить волны. Почему так? Все мы гадаем, пока не знаем, как это связано, может быть, с Луной, приливы и отливы, но по большому счету, вот те, кто любит спокойное море, Вородер тоже очень подойдет в первой половине дня. Здесь в зависимости пляжа, то есть если пляж вот скрыт, как бы от прямых волн, то есть от прямого вот ветерка, который дует с Атлантики, здесь будет тихий пляж, а вот здесь вот как раз-таки будет уже более такое активное море, то есть активные волны могут идти. Но все равно это, конечно, не девятый вал, то есть как бы и все зависит от погоды, то есть если там сильный ветер поддувает, то будет побольше волн, если маленький ветер, то будут волны слабые. Вот. Вот смотрите, про Каякоку, да, про Каякоку. Дело в том, что я уже сказал, что нам, вот у нас была ситуация, когда открыли выезд с Каякоку, то есть вот сказали. Но сейчас вот на транспорте, который арендованный, можно выезжать. Дело в том, что Каякоку далековато вообще от всех основных достопримечательностей, но, по-моему, сейчас Каякоку делают Эль-Ничо. Я это переуточню. Вот если я напишу потом вот вопросы, где вот в этот вот я еще призываю, да, не в чат больше скидывать вопросы, а вот в закладку вопросы, чтобы потом ничего не потерялось, ничего не ушло. Так вот, именно здесь, на Каякоку, на самом Каякоку есть дельфинарий, вот эта экскурсия основная, тоже есть два порта на Каягиерма, на Каякоку, отсюда идут морские все экскурсии. Есть, ну, как сказать, стилизованная такая деревня тоже кубинская, вот сюда можно тоже съездить. А вот, но больше там как бы основной это пляж, это море, это пляж, и это развлечение на территории отеля. А вот, а уже, конечно, вот этот вот Эль-Ничо, надо уточнить, доезжают ли они до него, потому что все-таки Каякоку – это восток страны, и до основных таких вот раскрученных достопримечательностей далеко, а до Сантьяго, до Куба, до Камауэя, до Альгина близко, но закрыты эти города. То есть пока в них заехать, ну вот, значит, как бы я так понимаю, что на групповых экскурсиях это не делается.
Вот. Но опять развлечения, там ужины красивые на пляже при свечах, то есть романтически все это организовывать вот как бы здесь очень-очень-очень-очень удобно. Здесь действительно красивый пляж и не так людно, в отличие, конечно, от Варадера, потому что если сейчас вот пойдут туристы, будут прилетать, все-таки, как я вам сказал, там променад единый идет по всей территории полуострова, поэтому, конечно, там будет чувствоваться присутствие других отдыхающих, вот, а здесь, конечно, более уединенный отдых. Отели здесь посовременнее, скажем так, но опять, смотря с чем сравнивать, то есть есть Варадер отели, которые были построены в последние 2-3 года, поэтому, но их там 2-3. Если мы берем в целом номерной фонд, то Каякоп, конечно, посвежее здесь будут отели. Они строились с 92-94 года, началась стройка здесь. Почему? Потому что как раз-таки здесь, по вот идее Фиделя, и должен был начинаться весь кубинский туризм как бы для иностранцев. Родейра был закрыт, это было... Ну, то есть иностранцы очень плохо приезжали, то есть нельзя было приезжать на Кубу им до 92 года, а потом, когда открыли страну для приезда туристов, вот, чтобы они тоже не смешивали смешанное население. Видите, как сейчас вот то, чтобы ковид не распространялся по территории. То есть как бы как раз-таки начали осваивать вот эту зону. И эти места облюбовал и Хемингуэй, вот здесь как раз-таки он рыбачил, и поэтому вот Каю Гихерма является, как бы, можно сказать, его такой излюбленной, отдушиной, потому что здесь много чего ему посвящено, Хемингуэю. И пляж Пилар, один из красивых пляжей на Кубе, он располагается здесь, на Каю Гихерма, и назван в честь лодка Пилар была у Хемингуэя, вот этого яхта, на которую он выходил в моря, вот как раз-таки в честь этой яхты. Ну, яхта – это имя испанской женщины, то есть там дальше, но как раз-таки пляж Пилар переименовали в честь его яхты. Так вот, какие здесь отели на Каякоку? Мы с вами рассмотрим два. Тут Memories Flamenco. Отель, семейный отель, большой отель, пятизвездочный отель. И вот про него очень хорошо и легко рассказывать, потому что я в Фейсбуке я видел отзывы туристов об этом отеле. Даже блогеров, то есть, которые приезжали туда, и вот они в этом отеле отдыхали, и потом писали как бы свои замечания. И вот как раз-таки в этом отеле все хорошо. То есть хороший пляж у них, то есть большая территория. Можно сказать, что в этом отеле, ну, вот видите, тут вариант пляжа показан, да, вот эти кораблики, которые как раз-таки идут с парусом, потому что когда дует ветер, там кайтсерфинг, и можно на парусниках тоже походить. Вот, ну, видно, что отель не старый, то есть как бы такой еще не подгулявший, как мы это любим говорить, то есть и хороший персонал внимательный, и вот именно то, что они стараются претендовать вот на... как бы звание сейчас лучшего отеля на Каякоку, это заметно. Видите, да, награду получили вот TripAdvisor, и при этом вот следят за сервисом, следят за тем, чтобы туристы оставались довольны, быстро реагируют. Вот как-то Каякоку, на мой взгляд, вот это всегда такой вот курорт, где как-то побыстрее работали всегда персонал, потому что остров закрытый, и весь персонал специально живет вот недалеко от этого острова на Каякоку, для них проходит там обучение, школу, подготовку, то есть их жизнь связана вот как раз-таки с этим туризмом. То есть они как-никак из Варадеры потом поехали, может быть, по своим городочкам и живут там, как бы, скажем так, уже занимаются, может быть, делами города. Здесь вся их жизнь сконцентрирована на туризме, на туристах, отбирают, можно сказать, лучших представителей, вот как бы вот, выпускников вузов как раз-таки с восточных провинций. Они, можно сказать, такие, может, меньше разбалованные, такие более сдержанные, более такие вот, ну, мы бы сказали, некоммерциализированные, вот так вот я бы назвал их. Поэтому, конечно, вот на Каякоку это бросается в глаза, как персонал относится к отдыхающим. Я бы тоже на этом сделал бы акцент. Не умаляя, конечно, возможности Варадера, но здесь вот это есть, такая небольшая разница. Вот, дальше у нас получается вот этот номер, ну, стандартный, сьют, 39 квадратных метров. Ну, я не буду заострять внимание, все по стандарту. То есть вот как инфотур проходит, заходишь и смотришь, там кровати с этим полуторки, матрасы хорошие, большие, высокие. Вот, души в основном на Кубе.
То есть если вот мы говорим про санузлы, там в основном души. Очень редко, когда ванны, это, в принципе, нетипично для самих кубинцев. То есть они ванны не принимают. Вот, и в основном, конечно, душ. И разнообразная коктейльная карта, она обновляется в отеле. То есть вот эти всякие красивые, фееричные для Инстаграма разноцветные коктейли, это тоже вот прерогатива, можно здесь нафотографироваться. Вообще кубинцы очень любят... брать и как бы предлагать самим туристам приготовить коктейль. Вот бармены этим промышляют во многих отелях. То есть если вы хотите узнать там рецепт или вы самому приготовить пиньяколаду, вы говорите, можно там я, да? То есть они вам начинают вам показывать. Там, либо, ну, ром-колу мы и сами можем приготовить, куба-либры, вот, а там, например, мохито как приготовить, дайкири как приготовить, то есть кубанито, там, гавана спесиаль. Ну, там очень много. Мэри Пикфорд, много коктейлей, которые прошли и как бы вышли из как раз-таки Кубы, потому что Куба в 20-30-е годы, как мы помним, была таким Лас-Вегасом для американцев, то есть до тех времен, пока не построили Лас-Вегас, и бармены, вот эту всю селебрити, мафиози, которые приезжали, и зажиточные люди, которые приезжали из Штатов отдыхать на Кубу, то есть как раз-таки для них готовились вот эти фееричные коктейли, придумывались. Вот, и еще один отель, который тоже заслуживает внимания, это Memories Карибы, четверка, но четверка как раз-таки для тех, кому старше 18 лет, с большущим пляжем там, поэтому как бы, опять-таки, видите, бунгального типа застройка здесь стоит. Вот эти фламинго, которые, ну, они не прикормлены, то есть, хотя, конечно, их туда привезли, их оставили на этом самом, но вот вариант того, что встретите фламинго в живой природе, на Кайкоку вырастает в разы. Пеликаны по территории, получается, ходят... по территории берегу тоже все это присутствует. Чистенькие, аккуратные, большие номера. Всегда в бунгало чуть побольше они, чем в основном здании. Вот ресторан. Вот Diamond Club я вам рассказал. То есть, видите, там персональная регистрация, коктейли, браслеты отдельные, там консьерж-сервис, скидки идут у нас по процедуре, услуги прачечные. Это такой дополнительный пакет. Вот тем, кто хочет там как бы немножко эксклюзивности в любом отеле. То есть в любом отеле цепочки Diamond, кто хочет эксклюзивности для своих туристов, либо сами туристы, то есть вот это можно предлагать в качестве дополнительных услуг. И видите, один ужин с лобстером. Я даже заострю внимание ваше, то есть включен. Так, сейчас где этот слайд? Да, один ужин шоу написано, нет, без лобстера, шоу. Один ужин шоу в неделю еще включен. Вот этот пакет. Конечно, свадебные программы, тот продукт, который востребован, вот так, ну, я про картинку, я думаю, что потом это сохранится, этот эфир, и картинка будет. Ну, картинка, если кто-то не видит, я показываю вот отель здесь, вот, и все, в принципе, все, что читаю, все на картинке нарисовано. А здесь что еще? Свадебные программы. То есть отели, которые вот относятся в цепочку Blue Diamond, они предлагают пакеты для молодоженов. Это может быть, начиная от различных там ужинов романтических, заканчивая фотосессиями, церемониями, с, вот видите, как здесь на картинке нарисовано, с аркой цветов, с персональной, с живой музыкой, которую оркестр небольшой играет. То есть вариаций может быть много. Эти пакеты платные, а вот видите, есть пакет, который там медовый месяц, по-моему, если летят и показывают свои... свидетельство о браке, то есть нет там не старше какого-то там 2 месяцев, по-моему, то этот пакет дается бесплатно. И тогда вот там с романтическим ужином и скидки, и повышает категория номера, надо об этом помнить. То есть на молодожены, если есть туристы, обращайте всегда внимание и переуточняйте. То есть в каждом отеле можно какие-то дополнительные функции взять и бесплатно, и платно. То есть все это тоже в цепочках и Blue Diamonds есть. Вот, и здесь контакты Рубена Косты. Вот, мои контакты у него есть, если кому-то нужны какие-то консультации. И сейчас я буду переходить к вашим вопросам. Я буду переходить, как и обещал, вопросы из списка вопросов. Вот так. Так, пишет здесь. Какой отель-обсерватор на Кайакоку? По-моему, он называется Соль Кайакоку. Курс песо к рублю или к доллару? Курс доллар, на Кубе 1 доллар 24 местных песо.